Всем привет! Меня зовут Назаров Эдгар. Я ученик 4 А класса гимназии номер 3. Я родился в дружной и сплоченной семье. Всего нас четверо. Это папа, мама, я и мой младший братик Герман. Я так горжусь, что я продолжаю семейные традиции и учусь в родной гимназии. Мой дедушка учился здесь, мама, а теперь и я. Я очень целеустремленный человек. Я люблю ставить цели и достигать их. Мне нравится учиться. Так я узнаю много нового и каждый день становлюсь лучше, чем вчера. Я пробовал себя в профессиональном спорте и теперь умею кататься на коньках. Но мои глаза загорелись от творчества. Музыкальные занятия мне сразу понравились и с каждым годом вдохновляли меня все больше и больше. Как и любой мальчишка, я люблю веселиться. Зимой это горки и тюбинг, а летом я очень люблю путешествовать. Люблю переезжать в новые места, любоваться природой и греться на солнышке. Я добрый и отзывчивый ученик. Ко мне всегда можно обратиться, и я помогу. Я люблю свою гимназию и свой класс. Здесь тепло и уютно в душе. Здесь лучшие учителя, которые работают от всего сердца, вкладывают в каждого из нас все свои знания и опыт, чтобы воспитать нас успешными, образованными, ответственными людьми. Я хочу, чтобы о нашей гимназии знала вся страна.